Приветствую всех на канале «Все про тачки». Сейчас пойдем смотреть цены. Land Rover и Jaguar. Город Ростов-на-Дону. Автосалон. И посмотрим, что у нас сейчас по наличию там есть. И самое интересное, что с ценами происходит на сегодняшнее число. Так. Заходишь, главное не запнуться всегда. Очень красивая, стильная елка. Нельзя это не отметить. Поздоровались с нами. О, хотя бы есть цены. Ай-яй-яй. Цены. Range Rover. Кстати, хочу заметить. Его называют Range Rover Vogue. Range Rover автобиографии. А на самом деле просто Range Rover. Как неудивительно, самая большая модель Range Rover не удостоилась названия собственного. То есть это просто Range Rover. Вот его цена этой машины. Быстренько заглядываем в салон. Такие красивые колеса. Не заглядываем в салон, так как он закрыт. Нас не пустили. Defender. Если можно так назвать, новый Defender. А, можно, да. Вот видите, так и написано. Вот его цена. Открыта-закрыта машина. Закрыта. Но я на канале уже все выкладывал. Салоны. Чувствую, обзор будет совсем коротким в этом автосалоне. Land Rover Defender. Еще один. Его цена. Но у нас опять-таки, я вам повторюсь, самое актуальное — это цены на сегодняшний момент. О, машина открыта. Смотрите, я уже заострял внимание. Такие заклепки настоящие, точнее, винты. Нарочито грубо все это сделано. Громадных размеров бардачок. Ну, не тратим время. Повторюсь, нам важны цены, а не сами машины. Куда мы идем? Мы идем. Посмотрим, что у нас сейчас дальше происходит. Я же вам сказал, что она говорит, я делаю вот это и чувствую, нормально там проходит. Это у них разговор на 2-го числа. Если вы не так сказал. Так, это у нас тоже Defender. Посмотрим, есть на него, нет цена. Да, цена есть. Заглядывать внутрь не будем. Да, я думаю, он закрыт. Крупно цена автомобиля указана. Что у нас дальше? Я не пойму, что один-единственный одинокий стоит Jaguar. И, скорее всего, еще и закрытый внутри. E-Pace. Вот цена. Сейчас вы его увидите. Ее увидите. Ну, да, автомобиль закрыт. Обзор в автосалоне Land Rover Jaguar оказался крайне коротким. Все, до новых встреч на канале «Все про тачки». Продолжаем идти в другие салоны.